Привет-привет, собаки! Как только сюда приходят гости, все оживает. На территории Всеволожского приюта 62 собаки. Кого-то нашли на улице, от кого-то отказались хозяева. Судьбы абсолютно разные. Тем не менее, здесь их поят, кормят и выгуливают. Чувствуют они себя достаточно комфортно. Вот эта собака мы назвали Дедуся. Его нашли на лесном проспекте, где-то во дворах. Собачка очень старая, слепой, без зубы. То есть 100% выбросили его на погибель. Не стало хозяина, появились дети, испортили интерьер, переезд в другой город. Вот наиболее частые причины отказа. В приют нередко животных приводят сами владельцы, а собаки стоят у ворот и ждут неделями. Вчера у нас забрали собаку, которая очень долго сидел в приюте. Оскар. В прошлом году мы пристроили 260 собак. В этом году уже больше, чем 100. А это Дэнни. Ему 2 года. Его щенком с братьями и сестрами обнаружили в гаражах. Всех удалось пристроить, а вот наш игривый герой в семье не прижился. Каждую субботу к нему приезжает Александра Азеева. За 2 года она к Дэнни сильно привязалась. Он, конечно, песик не квартирный. Ему, конечно, приятнее жить на своем участке или вольере. Квартирные песики все-таки они больше сидят дома, ждут хозяев. И, конечно, проблемы с выгулом. Взять собаку из приюта – дело благородное, но не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Есть индивидуальные факторы, которые нужно обязательно учитывать. Привычки, повадки, фобии, социальные или психические отклонения. И, кстати, не каждая собака может ужиться с человеком. Следовать необходимо поэтапно. Первый шаг – знакомство. Когда они приезжают, мы рассказываем худшие стороны. Что может быть? Значит, материальная, моральная затрата, физическая нагрузка. И говорим, переночуйте с этой мыслью, сопоставьте все плюсы и минусы. И если все-таки перетянет плюс, тогда приезжайте. Шаг второй – переезд. Особо важен первый день дома. Животное будет испытывать стресс. И здесь важны спокойствие, настойчивость, ласка и поощрение. Собака может вредничать. Все, что вы ей первые минуты разрешите – на диван, там, на стол, на кресло – отучить будет очень сложно. То есть сразу же в первый день ставьте приоритеты. Третий шаг – дрессировка. Хозяин для собаки – лидер, и в семье он только один. Закон стаи. Как утверждают специалисты, научить выполнять команды можно в любом возрасте. А установить контакт и воспитать помогут кинологи. Адаптация длится 1/2. Ну а если отношения не складываются, животное лучше вернуть. Чем всю жизнь мучиться и страдать, и собаки, и хозяева, пусть они вернутся в приют. Мы найдем следующее, в которых сложатся взаимоотношения нормально. Конечно, не каждый отважится на такой шаг, но если есть желание сделать собаку счастливой, можете взять над ней шефство и приезжать в приют, чтобы погулять, покормить и провести свободное время. Пойдем, Эдисон, куда ты меня ведешь?